Переходим к конкурсу. Нет, сиди, что начинаешь-то. Переходим к конкурсу разминка. Итак, команды и, естественно, жюри, внимание на экран. Первый вопрос. Друзья, привет! Вас приветствует команда КВН «Армал» и город Оренбург. Внимание, вопрос. Иваново считается городом невест. А какой город считается городом женихов? С Богом, друзья! Иваново считается городом невест, а какой город считается городом женихов? Он работает, все там с ним, классно. Отвечает команда КВН «Парк культуры». Не буду, да, повторять. И Иваново считается городом невест, а какой же город является городом женихов? Вы же говорили, известные команды будут задавать, кто это? А? Это «Армада», ребята. Кто знает такую команду? Итак, отвечает команда «Я обиделась». Иваново считается городом невест, а какой же город является городом женихов? Знаете, мне очень тоже интересно, если честно. Отвечает команда «Легпром». Иваново считается городом невест, а какой же город является городом женихов? Магадан. Сборная нормальных людей. Иваново считается городом невест, а какой же город является городом женихов? Мы даже не уверены, Берц можно считать городом или нет. Все команды ответили. Да? Нет, еще осталось. Отвечает команда «Нет ответа». Скажите «К», скажите «О», скажите «Ж». Назовете слово целиком «Боже». Ну что, есть ответ? Ответа «Тютю». Аплодисменты команде КВН «Армада». Следующий вопрос от известных КВНщиков. Всем привет, мы Антон и Алина. Нас очень интересует один вопрос. Почему в день свадьбы молодожены отпускают белых голубей? Они бесплатных. Почему в день свадьбы молодожены отпускают белых голубей, а не бесплатных? Отвечает команда «Я обиделась». Почему в день свадьбы молодожены отпускают белых голубей, а не бесплатных? Но бесплатных еще поймать надо, а белые продаются. Да, все верно. Вы записываете, у кого свадьба скоро. Советы какие, жизненные. Это, между прочим, участники команды КВН «Кембридж». Бывшие такой команды, мы видите, либо несуществующие команды берем, либо неизвестные. Фишка лиги такая. Даже поговорить не с кем. Отвечает команда «Легпром». Почему в день свадьбы отпускают белых голубей, а не бесплатных? Бесплатные голуби грязные. Очень грязные. А? Констанция. Жена мушкетера. А Констанция была женой мушкетера? Нет? Да факт, вы просто не все про мушкетеров же знаете тоже. Сидите в первом ряду, все знаете. Констанция — это самая известная жена мушкетера. Олега Мушкетера. Парень такой. С пикой ходит всегда. Отвечает команда КВН «Кожа». Почему в день свадьбы отпускают белых голубей, а не бесплатных? Ну, бесплатный только в сыр мышеловке. У нас в Чулыме сыр пускают. Вот такой ответ. Отвечает команда КВН «Парк культуры». Почему в день свадьбы отпускают белых голубей, а не бесплатных? А это такая фишечка, чтобы невесту побесить, а то чего она одна в белом? Ага. Отвечает команда КВН «Сборная нормальных людей». Почему в день свадьбы отпускают белых голубей, а не бесплатных? Бесплатных на развод оставляют. Все команды ответили, можно поаплодировать. И следующий вопрос. Вот вопрос, о чем? Но, Юрий, вы что-то сегодня... Давайте поаплодируем Юрию. Кто это? Привет, открытая лига. У вас такой красивый ведущий. Хотелось бы задать вопрос. Скажите, что делает мужчину взрослее, кроме бороды? Спасибо, Саша. Красивый ведущий, говорит, в открытой лиге. Вот, все по делу. Люблю, когда люди говорят по делу. По факту сразу. Хуряк и все. Вот не с кем поговорить, знаете, как скучно, правда. Отвечает команда КВН «Я обиделась». Что делает мужчину взрослее, кроме бороды? Ну, дети, внуки, правнуки.
записывайте, я говорю. Я обиделась, отвечали, отвечает команда Лифром, что делает мужчину взрослее, кроме бороды. Констанция. А вот не сказал бы, не было бы шутки. Сборная нормальных людей, что делает мужчину взрослее, кроме бороды? Гусарский мундир. Вот так. Это была сборная нормальных людей. Есть ли еще ответ у команд? Пять, четыре, три, два, один. Ответов нет. Аплодисменты за этот вопрос, друзья. Есть ли еще вопросы, где разговаривают? Привет, Новосибирск! Мы команда КВН на мячи, и у нас такой вопрос. Скоро 1 мая, и у этого дня такой лозунг. Мир, труд, май. А какой лозунг у 28 апреля? Какой лозунг у 28 апреля? Такой вопрос. Вот парк культуры, спасибо. Отвечает команда парк культуры, какой лозунг у 28 апреля? Скоро мир, труд мой. Хорошо. Отвечает сбор нормальных людей, какой лозунг у 28 апреля? Лотоха, шутки, лотоха. Запишите. Отвечает команда «Я обиделась». Какой лозунг у 28 апреля? А почему Максим повторяет вопросы о ней мечи? Они такие милые. А я красивый. Это сказал Саша. Команда КВН «Кожа». Какой лозунг у 28 апреля? КВН! Команда КВН «Лехпром». Какой лозунг у 28 апреля? 28 апреля. День без лозунга. Классный ответ. Ну что, есть ли, Юрий, еще вопросы? Давайте, мы внимательно смотрим на экран. Привет, друзья, привет, Новосибирск, привет, привет, привет. У меня к вам такой вопрос. Что будет, если кавказец зайдет в торговый центр один без толпы? Что будет, если кавказец зайдет в торговый центр один без толпы? Команда «Лифром», что будет, если кавказец зайдет в торговый центр один без толпы? Мне этот парень, когда молчал, больше понравился. Что будет, если кавказец зайдет в торговый центр один без толпы? А можно еще раз? Что будет, если кавказец зайдет в торговый центр один без толпы? Ну, вот этот Максим посимпатичнее будет. Ответ был от команды «Я обиделась». Отвечает сборная нормальных людей. Что будет, если кавказец зайдет в торговый центр один без толпы? Подумают, просто хипстер. Вот, борода там, все штуки. Есть ли еще ответы? Думайте, пиратики, думайте. Так, моя ученица история говорила. Вот с кем болтать. А, ответ от команды КВН «Парк культуры». Что будет, если кавказец зайдет в торговый центр один без толпы? Он просто потерялся. Хорошо. Я обиделась вновь. Ответ. Что будет, если кавказец зайдет в торговый центр один без толпы? Ну, не знаю, может, купит себе что-нибудь. Жизненный женский совет. Есть ли еще ответы? Ответов больше нету. Аплодисменты вопросу, друзья, этому. Давайте зададим последний вопрос от членов жюри и задаст его Евгений Зайцев. Давайте поаплодируем Евгению, передадим ему микрофон. Последний определяющий вопрос от Евгения. Подловил. Спасибо. Итак, еще раз добрый вечер всем. Вопросик сегодня будет короче, чем на предыдущей игре, поэтому как бы лига у нас молодежная, продвинутая. Играем мы в доме культуры «Прогресс». А почему нету даже 3G на телефоне?
Лига молодежная, играем в ДК «Прогресс», почему даже нет 3G на телефоне? Ну, хоть поговорить теперь можно. Как дела? Да ничего, вот присел в жюри. Отвечает команда «Легпром». Отдохни чуть-чуть. Итак, лига у нас молодежная, продвинутая. Играем в ДК «Прогресс». Почему нету 3G на телефоне? Потому что на вашей Nokia GPS. Вот. Всю правду вскрывай. Ответ от команды КВН «Кожа». Итак, лига у нас молодежная, продвинутая. Играем мы в ДК «Прогресс», а на телефоне даже нет 3G. Вы сначала со светом разберитесь. А, это на прошлой игре было. Недовольство какое, вы из педа. А мне понравилось в прошлый раз без света. Отвечает команда сборной нормальных людей. Телефон вот новый появился, правда, без 3G, когда света не было. Итак, лига у нас молодежная, продвинутая. Играем в ДК «Прогресс». А почему на телефоне даже 3G в таком случае? А на втором этаже можно поймать 2 деления Wi-Fi. А? КВН на втором этаже. Так высоко я не поднимался еще. Ответ от команды «Я обиделся». Итак, лига у нас молодежная, продвинутая. Играем мы в ДК «Прогресс», а на телефоне даже нет 3G. Ну, наконец-то объемный мужик. Ну, а вообще, Евгений, пришли на КВН. КВН смотрите, а не в телефон. Спасибо. Вот, все по делу. Хороший все совет. По делу. Раздухарились. Отвечает команда КВН «Кожа». Итак, лига у нас молодежная, продвинутая. Играем мы в ДК «Прогресс», а на телефоне даже нет 3G. Эту 3G на самом деле не так уж легко найти. Отстаю я, видимо, от молодежи чуть-чуть. Ну, тут надо просто немножко... Старею. Парк культуры! Итак, лига у нас молодежная, продвинутая. Играем мы в ДК «Прогресс», но на телефоне нет 3G. Чё за буквы, чё за цифры, эти ваши понты городские вот это. И на таком хорошем ответе мы заканчиваем конкурс «Разминка» и ваши аплодисменты! Ну что ж, команды идут готовиться к конкурсу. Музыкальный номер под ваши аплодисменты, друзья. Ну что ж, можно свет в зале погасить, а мы пока что узнаем у наших многоуважаемых судей оценки за конкурс «Разминка». Максимум, между прочим, 6 баллов. Оценки команде «Сборная нормальных людей». Четыре. Можно аплодировать. Оценки команде КВН «Кожа». О, я готов. 3. Как стабильно. Команда КВН «Легпром». 4, 6, 5. Да, Алексей, шестерка. Это Сергей Лисовой поставил. Добавьте его ВКонтакте. Все с «Легпром». Оценки команде КВН «Парк культуры». Парк культуры. 5, 4. 5. Ну, аплодируйте. Стой, сидите-то. Вы же на КВН пришли. Это же надо понимать. И оценки команде КВН «Я обиделась». 3, 4. Где твоя тройка, Нелли? Куда она от тебя убежала? Потому что мы не хотим, чтобы ты ставила тройки. Хотим, чтобы, например, 6, 5 и 4. Да мы ее забыли выбросить.